Дина Нашетти лишь качает головой при виде несметных кафе и закусочных в родном квартале, в центре Рима. От толчии и шума ничто не спасает. Квартал Транстевере стал излюбленным местом развлечений для огромного числа людей. Всякий раз я с ужасом жду закрытия кафе, ведь их посетители не уходят. Они остаются догуливать на улицах, кричат. Многие из них, особенно молодежь, пьяны. Прямо здесь, под окнами, они справляют нужду или их выворачивают наизнанку. Иногда мне даже самой приходится вызывать для них скорую помощь. И это в 4 часа утра. С наступлением темноты у сеньоры Нашетти начинают сдавать нервы. Она ругается с уличными музыкантами и компаниями, которые собираются под окнами ее квартиры. И все напрасно. После полуночи в центре Рима жизнь бьет ключом. Отправляться домой никто даже не думает. Но как можно все закрыть в час ночи? Для большинства только сейчас вечер и начинается, когда можно вместе погулять и выпить. Для пожилой дамы это время отдыха, но веселящимся на улице до этого нет никакого дела. Примерно то же самое происходило и в Милане. Однако жителям мегаполиса на севере Италии удалось остудить пыл бурной ночной жизни. Джулия и Лука выступили с гражданской инициативой и вынудили городские власти принять новый закон о ночном шуме. В городском совете поняли, что для нас в первую очередь было важно защитить город от вандализма и разрушения объектов искусства, ведь речь идет о беснующихся любителях вечеринок, которые, пропьянствовав целую ночь, теряют над собой всякий контроль. В своей борьбе поборники тишины и покоя ссылались на максимально допустимые шумовые нормы в жилых кварталах, а устанавливает их ни много ни мало Брюссель. Европейское право на нашей стороне. А это значит, что жители должны быть заранее проинформированы, прежде чем в условиях проживания фундаментально изменятся. Здесь же одну из жилых квартир превратили в настоящий Лас-Вегас, не спрашивая на то ни у кого разрешения. Теперь с полуночи на улицах Милана запрещено потребление продуктов питания и распитие напитков. Таким образом, власти хотят предотвратить скопление людей и шум. Франко Фальконе нововведению не рад. Для него новый закон – потеря прибыли. Он хотел бы и впредь продавать свои булочки миланским полуношникам. Теперь с часу ночи торговля запрещена. Есть на улицах нельзя. Это безумие, которое еще будет стоить 20 тысяч рабочих мест. Тех, кто в ночное время в Милане распивает алкогольные напитки или ест под открытым небом, стражи порядка просят сразу покинуть место преступления. Правда, стоит стражам порядка отойти, как любители ночного веселья тут же достают запасенные заранее напитки. В Риме же нервы Дины Нашетти на пределе. Ей остается лишь мечтать о ночном спокойствии, хотя бы о таком хрупком, как в Милане.